я не знаю, с удовольствием, с риском. Но, ой, в общем, с удовольствием, туда, очень хорошие, да, вещи. Туда, туда, значит, нырнули, вот поэтому и романс. Мы в каждой программе хотим показать что-то другое, чтобы зрителям, условно говоря, не было скучно. Мне кажется, сегодня у нас это получилось. Что душа Эдит Пиаф просто переселилась в Диану Арбенину. Мне очень нравится твой светлый трагизм. И вот на фоне этого светлого человека я считаю, что романс удался. Зачем вам нужен был венский стул на сцене? Я иду на точку и вдруг вижу, стоит стул. Я так... Я смотрю, Женька стоит около стула, я думаю, интересно, что он собирается с ним делать? Потому что сесть на него я не имею права, потому что на репетиции ничего не было. Ну что, я забыл про все, я забыл, что я должен последнюю строчку был спеть. Ну, я чувствую, ты... Ну да, я в ступоре, я просто, да, я как пропел первую строчку и стал думать, что ж дальше делать? Пока я думал, ты допела как бы до конца, да. А я еще, главное, там, там скользит пол очень, очень скользкий пол. Я иду на каблуках, но я не каждый день хожу. Я иду на каблуках и думаю, так, интересно, когда я упаду, сейчас или на следующей строчке? А там же дальше мой целый куплет, в общем, смешно. Мне понравился новый образ Дианы. Она была очаровательна, трогательная и сексуальная. Мама, мама, это сказал Матецкий и Дятлов. И я отметил, да, я сразу сказал, вот, вот то, что надо. Евгений Дятлов! Наш первый бой, это было просто месилово. Мы там дубасили друг друга от души. Мы этот бой назвали «От всей души». Я знал, что Женя поющий артист. И когда я его увидел в проекте «Две звезды», я ему написал смс-ку. Дятлов, я говорю, где я не хотел бы с тобой встретиться, так это на этом проекте. Здесь мне против тебя ловить абсолютно нечего. Я говорю, Женя, ты красавец. Надо осознавать то, что все-таки на первом месте у него актерское мастерство. Просто человек не бездарный. Вот и все. И человек умеет дружить, умеет уважать. Он хороший человек, он человек. Жень, пускай победит сильнейший, я очень бы хотел, чтобы им оказался именно ты. «Там в сентябре». Так называется песня Давида Тухманова на стихи Леонида Дербенева. Ну и сегодня, в феврале, мы услышим эту песню в исполнении Дианы Арбениной и Евгения Дятлова. Как звезда. Там был счастлив я, как никогда, не буду никогда. Очнулся от зимы ледяной, вдруг ярким стал, как на открытке цветной. Вновь на рассвете небосвод голубой, сердце радует. Только я помню, как лицо наклоня, ты говоришь мне, что не любишь меня. И возвращается сентябрь, и опять листья падают. Падают. Там, там я остался, где дрожит в лужах вода. Мы не можем.
друг без друга навсегда. Слышишь, остался я в сентябре, в том сентябре, где еще почти полдня до того, когда разлюбишь ты меня. Там, где ты со мной стоишь еще, лицо не наклоня. Там, где дождь стеной, где говоришь, что любишь ты меня. Огромным звездам тесно в небе ночном. Но до сих пор я все живу в сентябре, в том далеком дне. Далеком дне. Знаю, на свете нет нелепей мечты, но в сентябре вдруг перепутаешь ты. Два сентября вдруг перепутаешь ты и придешь ко мне. Придешь ко мне. Остался я в сентябре, в том сентябре, где уже почти полдня до того, когда разлюбишь ты меня. Там, в сентябре, кленовый лист светился, как звезда. Там был счастлив я, как никогда. Не буду никогда, никогда. Несомненно, конечно же, одни из лидеров этого проекта. Потрясающую песню выбрали. Это потрясающе выглядели. Во-первых, я, честно говоря, забыла про эту песню. Вы мне напомнили, эта песня как-то, знаешь, давно не звучит. А она потрясающая просто песня. Браво этой песне! Давиду Тухманову, Леониду Дербеневу. И, конечно же, браво вам. Диана Арбенина, Евгений Дятлов! Ребята, клево спели. Супер трикотаж вообще. Замечательно. Так тепло на вас было смотреть. Сентябрь же. Тепло и хорошо. И эта песня, которую, я так понимаю, пел Валерий Леонтьев, вам удалась на славу. Даже мне никогда не приходило в голову, что из этого можно сделать дуэт. Да, это было смело. Но вот это была Женина идея, я ее поддержала. Потому что мне нравится, она такая вот витиевата в плане мелодии. И очень непростая, да, честно говоря. Да. Для моего немузыкального уха с трудом здесь что? Отделяется куплет от припева. Кстати, для моего тоже, да. Мы разделили, мы как раз нашли эту грань между припевом и куплетом. И где заканчивалась Диана, там начинался Евгений. Итак, пожалуйста, наше уважаемое жюри, Илья Резник. У меня слов нет, потому что потрясающий драйв, колоссальная энергетика.
Но Женя просто гениально спел. У меня других слов нет, Патрисия. Я в шоке, как говорят, тусовки, знаете. И я просто удивляюсь и радуюсь. Вот наш конкурс, он дает возможность раскрыться актерам и певцам новыми гранями. Я когда-то писал, 4 строчки у меня были. «Я знаю, станут праздниками будни, я верю в новизну грядущих дней, пока живут талантливые люди страны моей. Я вот хочу тост, воображаемый, поднять за вас, за талантливых людей». 10 баллов. Барбара Брыльска. Женя, ты спел сегодня лучше всех мужчин. Это правда, что песня непростая, но... Диана имеет такую харизму, она поет все так, что я думаю, что нет песни, которую она бы спела плохо. Спасибо вам, 10 баллов. Спасибо. Гарика Мартиросян, на черед настал? Мне показалось, что это, ну, как и всем присутствующим, безумно сложная песня. И даже если бы сегодня Евгений пел бы не в ноты, просто я бы даже за смелость и дерзость, за то, что выбрана именно эта песня, они ее выучили, отрепетировали, вышли и сделали из нее вот такой мини-спектакль и спели ее до конца, потому что я бы сам лично не допел ее. Я где-то вот в середине запнулся бы на мотиве, вот там да-да-да-да-да-да-да. За смелость, за дерзость. Я ставлю 10 баллов, спасибо вам. Спасибо. Владимир Матецкий. Папа Василисы был на высоте. Просто высший класс. И бесспорно, это 40 баллов вместе, а значит, мои 10. Спасибо. Итак, 40 баллов Евгений Дятлов и Диана Арбенина.